Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В пятницу в Самарской области пасмурно, местами пройдет небольшой дождь, температура днем плюс 4, плюс 6, ночью 0, плюс 2 градуса, ветер северный, скорость 1,3 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, возможен дождь, днем плюс 5 градусов, в темное время суток плюс 1, северный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти тучи пройдет дождь, днем плюс 5, ночью 2 градуса выше 0, северный ветер 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой дождь. В дневное время плюс 4, ночью 0 градусов. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.